И снова все welcome, это снова я, DNGP. Сегодня мы находимся в молле, и я решил немного показать магазинчики, которые здесь есть. И вообще, в целом, как выглядит японский молл. Ну и что продается в том числе также. На примере вот магазин за мной стоит, это Акачан Хонпо. Один из самых известных магазинов по продаже детской одежды и вообще детских товаров в Японии. Есть еще Ниши Мацуя, но его здесь рядом нету, поэтому сегодня покажем его. Ну и также вот смотрите, что здесь, как выглядит все. Вот магазинчик Тоторо. Прикольный, там тоже разные товары есть. Бриз, ну это вот тоже детский магазин. Потом Самрио, Гифт Гейт, тоже для детей. Дальше Йогибо. Ну и так далее. И там вот это вот прям этаж, на котором очень много детских магазинов, детских товаров. В том числе там вот чуть дальше находится игровая зона Намко, Бандай Намко, с аттракционами, со всеми вещами такими, где можно с детьми поиграть. Ито Йокадо, это известный магазин, супермаркет в Японии, где продаются разные рода одежда и продукты питания. Ну, а внизу там уже для взрослых разные магазины, отделы, бутики. Это как обычно везде. На примере Акачан Хонпо я покажу вообще, что в целом в Японии популярно среди детских товаров, что покупают, какие есть продукты питания, какие есть одежды, виды разных игрушек и коляски, еще что-то. Вы сможете уже сравнить с тем, что у вас в городе продается. Ну и вообще, как бы в целом, это просто обзор небольшого магазина. Находится данный магазин в Лалапорт, это молл. В Японии этих моллов очень много, поэтому их можно встретить даже просто отдельно, где-то стоящими. Ну что, пойдем? Пойдем посмотрим. Здесь вот продается обувь, но я не знаю, что-то мне кажется, это слишком дороговато для детской обуви. Стоило 7500, до 6000 опускается цена у них из-за того, что якобы сегодня распродажа. По курсу на рубли это где-то нужно умножить на 0,6, будет в рублях 0,6 или 0,7. Есть также вот такие сеты продаются для детей, где уже сразу в наборе есть и ложки, вилки, и что-то еще. Вот Микки Хаус называется бренд. Это тоже японский бренд. Не знаю, я в России не посещал особо эти магазины, поэтому не могу сказать или сравнить вообще цены и бренды, что есть. Ладно, пойдем, зайдем через главный вход. Здесь находятся дождевики для детей. Это как раз вот используется, если в школу кто-то пойдет из детей или в садик. Одежда детская для дождливой погоды. Сейчас в Японии будет скоро сезон дождей, должен быть. Пока не начался, но вот уже приготовления идут, и многие люди могут закупиться заранее одеждой для дождливой погоды. Материал как бы качественный. Цена, правда, ну 5400 йен, конечно, не дешевая, но есть вот... А, ну это ботинки и штаны за 4000, да. Ну как-то так, да. То есть просто зонтиком уже, если не обойтись, то, пожалуйста, покупайте. Вот одежда разная. Это, видимо, тоже распродажа сейчас идет. Вот бисквит какой-то, я не знаю, такую фирму. А, Микки Хаус это тоже. И вот у них цены. Видите, вот на футболочку. Хоть и Made in China, да, с распродажи 2500. Нехило так, нехило. Ну, здесь рюкзачки, опять же, для того, чтобы ходить куда-то в школу, вы можете вот, соответственно, приобрести. Но это бренд, один из самых дорогих, как я понял, вот этот Микки Хаус. Не знаю, блин, ну просто колоссальные цены. Вы посмотрите, сет 3000, а за рюкзак, по-моему, 4000, да? Сейчас точно не помню. Да, 4000 рюкзак стоит. Ну, то есть... А ботинки 6, да? А 7, 7 с налогом будет почти 8. Вот так вот. Блин, ну, короче, блин, офигеть цены. Я в шоке просто.
Ладно, погнали дальше, глянем, что к чему тут. Здесь вот представлены у них такие небольшие сеты, как бы уже для новорожденных. Показано минимальный набор одежды, который нужен для того, чтобы начать все это себя дома. Естественно, ну, это брендовая кровать от Mickey House, она стоит 80 тысяч йен. Это просто кобздец. За такие деньги даже взрослые кровати не продают, а тут детская кроватка 80 тысяч, ну, блин, я фиг знает. Но если вы мажор, вы, конечно, можете себе позволить. Сет из 18 вещей стоит 110 тысяч йен. Пожалуйста. Это просто кошмар, блин. На выходе такие цены делать. Да люди сразу развернутся и убегут отсюда. Ей-богу. Никто не будет за такие цены покупать одежду. Ну, вот здесь, соответственно, для девочек. Все расписано под размеры. То есть... размер имеется в виду высота ребенка. Здесь хоть и не написано, просто size, да, написано размер 80-90, а это высота ребенка считается. То есть здесь же замеряют их постоянно, каждый год или там каждые полгода. И вот и по размерам распределена одежда. То есть здесь нет такого, как M size, L size, вот как взрослых, да. Здесь используется размер именно в сантиметрах. И, соответственно, здесь вот продается уже одежда для девочек, цена, ну, уже нормальная, уже 1000 йен, уже это недорого, я считаю. Ну, и здесь вот кальсоны, это для холодной погоды, я думаю, да. Здесь вот для девочек, там шляпки разные тоже продаются, с ухами. Потом, где-то тут видел прикольные шляпки, а, во-во, такие. И с козырьком, с таким. Это, видимо, для езды на велосипеде вот эта штука одевается, чтобы, ну, пыль или еще что-то там, грязь или дождь в глаза не летел, чтобы можно было спокойно передвигаться на велосипеде. Очень удобно сделано. Ну, также детская одежда. Ну, цена все так же, 1000 йен. То есть нормальная цена, не слишком дорого, я считаю, для детской одежды. Это где-то 600 рублей. Ну, уже вот Nike, пожалуйста, фирменная одежда. 2500. Ну, вот в два раза дороже. Уже если покупаете какую-то брендовую одежду, уже в два раза дороже выходит. Ну, вот, в частности, это Nike. Nike.com, то есть это официальная продажа Nike. 2500 стоит также. То есть для детей, кстати, здесь тоже. Меня что удивило, что для детей здесь они также продают очень много брендовой одежды. Это Adidas, Nike, Puma и разные другие бренды, в том числе вот Asics, New Balance. И также, как для взрослых, в Японии очень много детской одежды брендовой. Именно вот те, кто хочет одевать своих детей так же, как и себя, это возможно реализовать здесь. Ну что ж, здесь опять же это платье, все дела. То есть, ладно, мы пойдем, сейчас пройдемся здесь немного по, опять же, одежде для дождей. Но это уже не Mickey House, это уже дешевле одежды, и она стоит гораздо демократичнее, скажем так, чем там было. Ну вот, допустим, дождевик. Вот дождевик, да? А цены я не вижу. Ну, бывает что, забыли повесить. Ну вот ботинки уже... Да, мы видим, 1600 стоит, да? Недорого. Ну и зонтики около 1000, по-моему, стоит, да? Насколько я помню. Ну да, 1600 тоже зонтик стоит. Это недорого. Кимоно вот продается. Ну как бы, как же в Японии без кимоно? Обычно кимоно покупают детям на какие-либо праздники. Те вот день детей, день мальчиков, день девочек, ну... То есть для них также существует кимоно, юкаты, такие размеры небольшие. Соответственно, тоже здесь 100 миллиметров, 100 сантиметров. А, ну вот здесь расписано. Новорожденные 50 сантиметров, потом 3 месяца 60, 6 месяцев 70, год 82 года, 93 года, 95, 4, 100, и 5 лет 110, 6 лет 120.
Ну и, естественно, размеры, помимо того, что это размер высоты, здесь написано, сколько у них обхват талии, а потом написано, сколько у него размер этих обуви нужен для него. И, размер обуви, это размер носков, это размер обуви, а это по высоте вообще в целом. Ну и вот, соответственно, здесь кимоно, смотрим, Made in Japan, 2000 йен всего стоит. Нормально, что цена, я бы взял за 2000 йен и себе бы кимоно. Чего бы нет, или юкату. Вот, пожалуйста, 1700. Не, ну есть, конечно, недорогие, есть дорогие модели, поэтому я не могу сказать, что носки. Вот, пожалуйста, носки, одна пара, 750 йен. Ну, здесь вот, по-моему, есть вот две пары, 630 йен. Ну, недорого, скажем так. Я видел в других магазинах, конечно, и подешевле. Ладно, не будем останавливаться, погнали дальше. Что касается обуви. По сравнению с той обувью, которая на выходе, эта обувь стоит совершенно уже нормальные деньги. И стоит всего где-то 1000 йен вместе с налогом. Соответственно, можно себе приобрести какие-нибудь ботиночки небольшие. Ну, не 6000, но 1000 уже нормально. Но с этой стороны уже, опять же, брендовая If Me. Не знаю, что это за бренд. Возможно, тоже какой-то японский. Или, может, китайский. Вот, показано, что здесь ортопедическая какая-то обувь специальная для поддержки. Такие проемы. То есть выпилили немного. Выпилили там ботинок немного. И теперь ему как бы становиться будет удобнее. А вот эти... размерный лист, чтобы узнать размер ноги вашего ребенка. То есть тоже удобно, если вы, например, не знаете, и вам нужно вот сейчас купить обувь, и чтобы сразу измерить, раз померили, и вот и выбрали сразу же. Это очень удобно. Ну, наборы, кстати, вот для новорожденных наборы. Также разного рода атрибутика. Это с фотографией рамки для фотографий и... памятные такие вещи, типа отпечаток ноги, руки ребенка можно сюда поставить. Вот как некоторые вот так вот делают. Ну, также продаются сеты готовые уже, подарочные. Я так подозреваю, что это для друзей, кто вот хочет подарить подарочные сеты. Вот здесь можно себе приобрести и принести как бы в подарок. Также книги Диснея, каталоги подарочные, потом товары для родителей, я так понял, потому что, ну, вряд ли кто-то будет мясом кормить ребенка новорожденного. Ну и с этой, конечно, вот для того, чтобы сделать самому свежий сок или детей накормить, также есть удобно. Тут уже какие-то кимоно, видимо, модные, как вы видите. По 40 тысяч. Но это какой-то бренд, я так понимаю. Это же не просто так. Вот, видите, как выглядит, да? Это кимоно стоит 31 тысячу. Но тоже это для детей, как я понял. Кимоно. В Японии очень популярна одежда, вот типа охлаждающая, такая для жаркой погоды. Вот она cool называется. И также есть hot, ну, если в зимой. Естественно, стоит данный товар, ну, по-другому, в отличие от обычной хэбэшной одежды, он немного подороже выходит, но зато более эффективен, я так считаю, в жаркую погоду. Такие вот футболки будут самое то. Вот здесь скидка у них 25% практически. Было 418, стало 330, что очень неплохо. Естественно, разного размера. Вот тут написано, для какого ребенка какой размер, сами выбираете. Ладно, пойдем дальше, посмотрим. Также подушки для матерей, кто вот рожает или кто собирается, очень удобно. Также поддерживающие подушки, когда вот для кормления или вот для того, чтобы сидеть удобно было, тоже удобно. Хорошо сделали.
Ну, это уже матернити одежда пошла, то есть для матерей, для беременных. Тоже здесь одежда разная. Цена вот такого сета, штаны и балахон такой, за 3600 идет где-то. Ну, в целом нормальная цена, недорого за 3000 взять комплект уже. Также одежда уже для, ну вот, тоже для тех, кто вот рожает. То есть специальная мягкая спереди такая ткань, растягивающаяся. И на нее, кстати, цена на 50% сброшена, скидка. То есть она и так стоит 1100, а со скидкой будет вообще 500 йен стоить. Ну, то есть это дешево. Вот. Мы видим, здесь вообще цена была сначала 2000, потом скинули ее до 990. То есть это недорого совсем. Ну, также разные вот лосины, колготки и тому подобное. Что здесь? Ну, также вот джинсы. Джинсовые такие, растягивающиеся тоже. Ну, 4000 уже стоит, уже подороже. Ладно, мы пока далеко не ушли. Сразу давайте перейдем от одежды к детским наборам. В Японии очень популярные фирмы, такие как Pigeon. Потом еще Smart Angel еще есть фирма. Но Pigeon, вот, наборы стоят 2600. Набор с тремя насадками. То есть это с трубочкой, с обычной, типа как чашка, и с соской. Чем такой вот чашка хороша, вот я вам могу показать. Я такие раньше вообще не видел. То есть здесь стоит регулятор на количество воды, которое будет выливаться. То есть когда наклоняешь, здесь вот регулятор делаешь, например, на среднюю или на максимум, и можно дозировать количество воды, которое будет выходить при наклоне. Очень удобно. С трубочкой или с этим что-то не будет такого уже эффекта. Стоит, конечно, это недешево. Вот 1400 такие штуки стоят. Но зато один раз купил, и пусть он, ребенок, учится. Ведь здесь детское питание, как я понял, но это в основном закуски. То есть у них очень популярны разные такие снекс для детей вот такого плана. И со вкусом рыбы, вот со вкусом шпината, со вкусом моркови. Также есть вот такие вот всякие шарики. Это вот со сладкой картошкой, с тыквой, с кукурузой, с помидорами. Ну, то есть много разных вкусов. Также есть вот уже готовые, как бы, соусы для риса. Просто добавляешь в рис, мешаешь, и получается вот еда для ребенка. Тоже удобно. Но если вообще, как бы, неохота запариваться с готовкой, то есть это идеальный вариант. То есть вот покупается, там внутри соус, он мешается с рисом, и все. И чай. Чай как для детей, соки вот для детей. Да, такие вот. И чай, кофе. Кофе, кстати, есть без кофеина. Ну вот оно, видите? Кофе без кофеина. Ну, как бы странно это ни звучало, но это факт. То есть для тех, кто любит кофе, но вот, например, беременным, да, им нельзя много кофеина. И вообще, по-моему, кофеин нельзя, насколько я помню. Ну, в общем, вот, без кофеина кофе. Есть еще такие разного бренда. Это UCC, Nescafe, Wakoda, Morinaga. Ну вот, да, кстати, вспомнил. Morinaga, Wakoda. Это одни из таких известных производителей этих питания для детей. Pigeon еще есть. Что, пойдем посмотрим, что тут по детскому питанию. Смеси. Там находятся чаи уже готовы. Здесь молоко. Вот Айкрео, это один из известных брендов Японии. Его здесь очень многие покупают и очень многие пользуются. Да, цена за две банки по 800 грамм, плюс там небольшие какие-то пакетики еще, где-то примерно 5000 йен. То есть одна банка 800-граммовая выходит 2500 йен. Ну что, в целом, конечно, дороговато, как и по мне. Но если вы покупаете, например,
Вот эти бинсталк, да? Бинсталк это уже, ну, тоже до одного года. Но там, конечно, в зависимости от фирмы, как я знаю, у них меняется количество этих витаминов и микроэлементов в каждой смеси свое. Где-то этого больше, где-то этого меньше. Соответственно, тут уже надо самим смотреть. И, допустим, вот бинсталк стоит уже 4400 за две банки. А если берете, например, 4 банки, то есть две таких упаковки, то уже 8500 становится цена. Что в целом, конечно, выходит дешевле, чем iCreo. То есть iCreo за 4 упаковки вы заплатите почти 10 тысяч йен. Здесь 8500. Ну, вы скажете, а что там всего лишь 1500 йен скидка, ну, выходит. Естественно, это же, если одну-две упаковки купить, это недорого, но когда вы, например, будете покупать там 10, а то и 20 этих упаковок, но это накладывается друг на друга и выходят неплохие суммы. Ну, здесь вот также вот есть уже упакованные, это у нас, я даже не знаю, что это за бренд, это Такачан Хонпо, наверное. Ну, вот Глика также есть, Бинсталк, Вакодо. Цены, здесь уже цены, конечно, подешевле. Здесь за две упаковки ты платишь 3000 йен, а не 4900, как там было. То есть вот такая вот упаковка 3000 стоит. С двумя, ну, две банки там по 800 грамм. Что дешевле выходит, конечно же. Ну, также здесь соски разные. Соски идут брендовые. Pigeon, Nook. От Disney вот есть оригинальные эти, как мерч диснеевский. Многие покупают прям, ну, как бы, кто фанаты Диснея, они любят такие вещи. И для детей, для своих тоже покупают. Ну, следовательно, цена соски где-то 700 йен в среднем. Насосы, эти компрессоры, да, ручные, или же, как их называется, электрические. Также вот на, сразу на две бутылки насосы. Цена такого вот электрического 8500 йен. 8500 йен, ну, это где-то 6000 рублей где-то в среднем. Я точно не знаю, это надо смотреть. Ну и, соответственно, бутылочки здесь продаются. У них как сделано? Если вы покупаете вот такие вот, например, стеклянные бутылки, бутылка, конечно, стоит дорого. Дорого стоит бутылка. 800-900 йен за одну штуку. Но к ним вы потом в дальнейшем можете докупать вот такие сменные эти нозл, да, он как называется, в Японии. То есть соски по размерам, то есть в зависимости от того, сколько месяцев этому ребенку, вот вы покупаете и меняете на этой бутылочке эти соски, и не надо докупать, ну, новые бутылки с другими размерами сосок, то есть очень удобно сделали. Ну, здесь также вот наборы продаются с этими, с бутылками, с разными баночками. И внизу эти кружки-непроливайки, как их называют. Также чистящие средства и чистящие устройства для бутылочек, для баночек. Где-то за один сет цена выходит 800 йен. А это для сосок и для этих самых нозлов это 200 йен. Ну, недорого в целом. Пойдем дальше.